Сегодня у нас 30 октября, и я буду убирать редиску свою. Редиска выросла отлично, салатик тоже неплохой. Такой редиска, вот такая редиска у нас выросла. Морозчиком немножко листву только побила, а листва ее накрыла, эти плоды, корнеплодики эти. Вот. Но редиска сочная, без всякой червоточины, как говорят, салат чистенькая. Такая. Я сеяла, вот я вам скажу, 31 августа. Вот она. Если бы не мороз, он был бы такой красавчик. Нужны все овощи в сыром виде. Свекла, яблочко, морковь, редис, два помидора, перчик один, два зубчика чеснока, лук, красная головка, салаты. Вот. И, конечно же, вот такой салат пойдет. И будем заправлять вот такой идеальной какой-то заправкой. Вот сейчас покажу вам. Называется салатная заправка. Пряные травы. Здесь все буквально и кориандр, здесь и кунжут. Все-все-все, есть все травочки. Будет очень вкусный салат. Давайте все готовим. Овощи, кроме салата, мы трем вот на терке корейской. Салат получился очень красивый и очень даже вкусный. Вот, а мышка такая нам поможет его кушать. Одним из первых пробует мой муж. Как салат? Овощной салат, но к нему вот бы мясо. Например, шашлык, башлык. Это можно, конечно.